Я проэксплуатировал идею Высоцкого. Знаете, может быть, помните, у него была такая замечательная песня, которая называлась «Городской романс». Она начинается словами «Я однажды гулял по столице». Кто-нибудь помнит? Если нет, найдите на интернете, прочитайте. Текст очень остроумный и очень, очень веселый, здорово сделанный. А мне захотелось перенести этот сюжет в сегодняшний Израиль. Получилось вот что. Я туристом гулял в Тель-Авиве, двух арабов случайно зашиб. И меня в Мишкару потащили, там увидел ее и погиб. У нее автомат за плечами, под погоном беретка у ней. Мне такая вот снилась ночами, сразу сердце забилось сильней. В протоколе рукою железной она пишет, что я хулиган. Вижу, спорить я с ней бесполезно, ни к чему задевать балаган. Лучше штраф уплатить без базара, лучше душу свою ей открыть. Пригласить в ресторан ведь не даром, она сможет меня полюбить. И пошли мы по улицам к морю, через парк и туристов толпу. А она на меня как посмотрит, я ей в раз про любовь и губу. Ну а ей улыбались прохожие, мне хоть просто кричи караул. Одному бедуину по роже я дал за то, что он ей подморгнул. Говорил, нарожаем детишек, папу с мамой умол извести. А она мне, ты парень, потише, я не девка, а я трансвестит. Я ударил его, птицу белую, закипела горячая кровь. Что ж ты, падла легавая, сделала, моя с первого взгляда любовь.